Яны вернуліся з заявай правесці апрацоўку памяшкання ад тараканаў у Магілёўскі цэнтр. Прафілактычнай дэзінфекцыі ўсё часцей звяртаецца як насельніцтва, так і ўстановы. Колькасць выездаў не параўнаць, што былі 10-15 год таму, аднак выклікаў усё ж такі стала больш. За батареями под плинтусом дверный проем. Дезинфекторы опрацовываются особливо старанно. Менавіта у гэтых местах любят хаваться тараканы. Прусаки снова начали з'являться у кватерах могилевчан. Мы были на домашних очагах на проспекте Шмидта, Пушкинский проспект, где население просило обработать против бытовых насекомых тараканов. Вот обрабатывали. Еще будет еще одна дезинсекция, то есть обработка на бульваре Непокоренных. Обращаются люди, вот, обращаются с магазинов. 15 гадоў таму на выкананне заяўкі па знішчэнню тараканаў існавала нават чарга, кажуць у Магілёўскім цэнтры праф дэзінфекцыі. Потым гэтыя насякомыя практычна зніклі. Цяпер звароты зноў пачасціліся. Заявы выконваюць сёння на сёння, аднак... Тараканы вернулись, обращение есть населения по обработкам своих жилищ от тараканов, ну и также участились случаи на объектах. Есть жалобы на необслуживаемых нашим учреждением объектах, есть письма, заявки. Меж тым, многих магілёўчан наше опытание здивило. Кажуть, про тараканов давно не чули. Нет, нет. Я живу на Гагарина. Нет. Нет. И давно их нет? Давно. Давно были, но нет. У нас в доме нет их. Да, у нас их нет. А давно их нет? Лет 15. У нас и не было их. Дом новый. Никогда не было. У нас чуть ли не частный дом отдельно стоящий. У нас не было никогда тараканов. И вот я работаю в детском саду, даже в детском саду нет. Специалисты сцвярджают, тараканы у первую чергу вертаются у дамы, где есть смеццепроводы. Однако гэтае насякомое добра подорожничае у посылках из интернет-магазинов. Специалисты рают добра проверять речи, каб не принести нежаданного гостя. Татьяна Сергейчик, Юрий Ауласцов, Новин регион.